Значит, тот, кто был в 79-м, тот, что штурмовал дворец Царандой, генштаба, взорвал радиосвязи, это было начало штурма, кто взял весь этот Кабул, значит, они сразу писали песни, первые, я их знаю, мои замечательные друзья, потом они были у меня командирами, я сам в 80-м году пришел к Уимпел. Значит, и они писали песни. Один из них рассказывал, сидели, охраняли нового поста, бабрак короля во дворце, в подвале, там холодно, выпить нечего, потому что все выпили сразу, там не выйдешь никуда. И такой рояль, чуть не слоновой кости отделанный, а у него перчатки спецназа обрезали, и он нам замерзшими пальцами лопал по этим, и сочиняли они песни. Так вот, песни тоже сначала были неизвестные мотивы, но некогда сочинять, охранять же надо. А это политический взгляд на историю Афганистана, начиная в 79-м году. Жил-да-был, жил в Кабуле тараки, мало ли живет на свете дураков. Окружали тараки, сплошь одни лишь дураки, но, впрочем, песни не о них, а про советников. И был у тараки любимый ученик, в марксизме он не смыслил ничего. Но наши дураки совместно с тараки решили сделать ставку на него. Все могут дураки, все могут дураки, и судьбы всей страны вершат они порой. А если нет ума, советников же тьма, а их сюда прислали за ум большой. Ведь их сюда прислали за ум большой. Я велик, вождь повсюду заявлял, но Амин пришиб его без лишних слов. Ой, какой же был скандал, ну какой же был скандал, а впрочем, песни не о том, а про советников. Реформы начались, и слезы пролились, и все осталось как при тараки. Пусть факты налицо, у новых подлецов, в советниках все те же дураки, все могут дураки, все могут дураки. И песни, судьбы всей страны вершат они порой. А если нет ума, советников же тьма, а их сюда прислали за ум большой. И мне кажется, что ничего не поменялось с тех пор.